В Москве издавна существовала музыкальная школа сестер Гнесиных, из которой вышло немало первоклассных музыкантов. Я был приглашен в эту школу преподавателем теории музыки. Близко сошелся я с Еленой Фабиановной, старшей из сестер, которая организовала детский хоровой класс. Несколько песенок Чайковского и Оренского — это все, что существовало тогда в русской музыкальной литературе этого жанра. Я охотно взялся за дело и написал 6 двуголосных песен на народные тексты. Песенки эти имели большой успех и положили начало целому ряду подобных сборников. Конечно, мне было жалко Москву. Это был родной дом. Здесь оставались родственники. Ну, вся жизнь осталась здесь. Ему же было уже много лет. Ему уже 60 лет. Это как бы вся прожитая жизнь. Он же не знал, сколько ему еще суждено. Суждено было еще много. Но он-то этого тогда не знал. А тогда он знал одно. Нынешнему времени он, увы, не нужен. Было же около 6 часа дня. И сделалась тьма по всей земле до часа 9. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Была весна 25-го года, когда мы с Марией Григорьевной навсегда покинули родину. С тех пор я живу с незаживаемой сердечной раной. Она всегда дает о себе чувствовать, и с нею, вероятно, придется уйти из этого мира, что был прекрасным, но вдруг перестал быть таким. Он бросил все. Они с Марией Григорьевной уехали, ну, может, с маленьким чемоданчиком каким-то. Он пытался, библиотека его погибла. Неизвестно, где она. Тогда ведь было так. Ночью приезжал грузовик, клали все ценное от какого-то интеллигента оставшегося. Увозили куда-то, потом девалось неизвестно. Пропала, значит, большая книжная нотная библиотека. Пропало много рукописей. Что мог, Гречанинов увез с собой. И все-таки это 200 опусов. 200. Запад встретил его восторженно. Успешные гастроли в Прибалтике. В Риге его приветствуют тысячи почитателей. Европа. Франция, Италия, Швейцария. Хорошие гонорары за выступления. Все складывается благоприятно. И вдруг неожиданное письмо из Парижа Вере Ивановне. «Я так одинок. У меня нет здесь друзей. Не нахожу здесь музыкантов, которые так бы любили музыку, чтобы собираться и изучать ее». Его потрясает Америка. Такого отношения к себе он не мог представить даже в самых смелых фантазиях. «Вчерашнее мое выступление прошло с необычайным успехом. Полный зал вместимостью более 3000 человек. Длительные овации при моем появлении. Масса бисов. Газеты помещают мои портреты, меня интервьюируют. Художники лепят и пишут мои портреты. Такое счастье видеть столько друзей моей музыки. И такая горечь думать, что на родине отношение ко мне как к пасынку. Соблазняют вернуться в Россию. Но меня ведь поставят к позорному столбу как духовного композитора, а я так дорожу этим званием. Да, там, как, впрочем, и всюду, подавай музыки модерна. Что бы я стал там делать? Из-за гитлеровщины немецкие издатели не могут издавать иностранцев. В какое время мы живем?» Он пережил 3 революции, 2 войны. Что еще могло произойти с ним? Он же умер поздно, он умер в середине 50-х годов. До его кончины в Америке его сочинения немного, но исполнялись. И даже в 50-х годах его поздняя опера, самая последняя и очень хорошая, опера «Женитьба по Гоголю», была поставлена в Париже частной русской труппой. Только
Некоторые русские писатели за границей жалуются, что, будучи оторванными от родной почвы, они не могут творить, писал он своему другу Зирингу из Нью-Йорка в 1950 году. У меня этого не было. Наоборот, я много работаю, и в сочинениях моих, написанных здесь, как будто еще больше чувствуется моя русская природа, чем в прежних, написанных дома. Мне приятно с вами поделиться успехом, и очень большим успехом, который имела женитьба в Париже. И пресса, и мои друзья это мне засвидетельствовали. Как бы мне хотелось, чтобы ее увидели и на моей родине. Он был замкнутым человеком и, наконец, остался в полном одиночестве. Осталась только Вера. Хотел упокоиться на родине, в Новодевичьем монастыре. Остался в Америке, в Джерси, близ Нью-Йорка. Но все возвращается на круги своя. Григорий Потоцкий по приглашению графа Петра Шереметьева приехал в Париж. Не один привез Гречанинова, который работал в Русской Парижской консерватории. И вот вернулся сюда. Здесь все знакомые. Те, с кем он учился, встречался, творил. Они все здесь, в скульптуре, живописи, графике. Рахманинов, Шаляпин, Дягилев, Нижинский. Теперь и Гречанинов с ними. Он был импрессионистом, он был модернистом, кем угодно, и романтиком в том числе. То есть через его талантливое сознание прошли практически все стили. Поэтому, возможно, и последний романтик, но можно сказать и последний импрессионист, можно сказать последний модернист, а можно сказать и последний классик. Немало было сомнений и в собственной душе. Настолько ли ты одарен действительно, чтобы иметь успех в жизни как художник-творец? Сколько композиторов появляется на свет Божий чуть не ежедневно. Сегодня они появились, а завтра о них уже забыли. Среди таких я быть не хотел. Почему-то в последнее время часто вспоминаю мать. Кануны больших праздников, когда она с особенным настроением, светлым и немного торжественным, занята приготовлением праздничной трапезы. Я вывожу из теста «Христос воскресе». Усталая, вечером она собирается в церковь. Завтра – пасхальное воскресенье. Слишком уж большое придавали значение музыкальному языку, тогда как главное в нашем искусстве совсем другое. Это чувство и настроение, которое художник переживает, творя свое произведение. И если настроение это он сумел передать исполнителю и слушателю, то благо ему. Покидая этот прекрасный мир, он сможет сказать себе: «Я выполнил свой жизненный путь». Смогу ли я себе это сказать, когда придет мой час?